Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco X4 GT. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве добавить фотографию к контакту. Итак, для этого мы переходим в приложение «Контакты» или «Телефон». Выбираем какой-нибудь контакт. Далее нажимаем на карандашик. Нажимаем на «Фото». И можем либо сделать новое фото, либо выбрать другое фото. Я лучше, наверное, сделаю, потому что я не уверена, что у нас в галерее что-то есть. Делаем какую-нибудь фотографию. Нажимаем на галочку. Можем ее немножко отредактировать. Нажимаем «Ок». И нажимаем «Сохранить». И таким образом мы установили фотографию контакту. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.